Подготовка добровольцев, привлечение спонсоров, добровольчество среди пожилых людей и не только. Сегодня в Алматы обсудили насущные проблемы волонтерской деятельности. Участники слета – это представители около 20 волонтерских организаций, которые впервые встретились, чтобы создать единое поле общения, обменяться опытом и дать старт дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Необъяснимое чувство, когда вот видишь, семья очень в плачевном состоянии, и вот объявили сбор, люди откликнулись, кто чем может, да, вот кто-то вот распространяет видео, кто-то чем может, там 100 тенге, 200 тенге, без разницы. Но благодаря каждой копейке собирается целый дом. Всего в городе насчитывается больше 27 тысяч добровольцев. Число желающих безвозмездно помогать нуждающимся выросло с момента объявления пандемии. Немало людей присоединились в круги волонтера во время январских событий. Они оказывали материальную, юридическую, психологическую помощь, а также собирали данные о пострадавших. Планируем проводить такие встречи каждый месяц. Мы хотим создать некую коллаборацию между волонтерскими организациями. Мы всегда готовы им помочь. К примеру, найти локацию для проведения мероприятия, привлечь больше волонтеров. Волонтерство сейчас превратилось в тренд. Оно способствует развитию и проявлению гражданской позиции. Поэтому важно развивать и поддерживать желающих присоединиться к нам и вместе делать этот мир лучше.